Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас обзор 7-го каталога Faberlic. Опять куча новинок, много всего интересного. Оставлю вам свои отзывы, отвечу на ваши вопросы. Итак, поехали! На обложке новая линейка Aqua di Portofino. Не очень, конечно, бюджетная. Уже много на нее есть обзоров у VIP-ов. Что-нибудь обязательно возьмем с вами протестировать. Хочется взять и хайлайтер, и запеченный бронзер. Но, посмотрев обзоры, поняла, что они оба как хайлайтер. Бронзер совсем немного темнее. Не знаю, девчонки, подумаю, буду брать или нет. Тушь точно не буду брать. На нее только отрицательные отзывы пока встречала. Блески, помады. Хайлайтер и бронзер в жидком виде. Но я не люблю такими пользоваться, если честно. Хотя он, возможно, и потемнее. Вот на них я обзоры не видела. Все брали палеточки, но вот эти не брали. Поэтому, может быть, с вами возьмем и такое попробовать. Помадки очень интересные, на самом деле. Красиво смотрятся на губках. Полупрозрачный оттеночек. Хочется какой-нибудь взять на лето. Будем выбирать. Цены прям, ну, дороговато, дороговато, конечно, для помады бальзама, особенно там, что в ней может быть такого. Цены дороговаты, так же, как и на блески, почти 500 рублей цена по каталогу, это сумасшедший прям ценник, задрали невозможно. Блески интересные, подстраиваются под пигмент ваших губ и дают тот оттенок уникальный на ваших губах, да, не похожий совсем вот на эти, он будет другой. Лаки красивые, тоже видела на них. Сводчи, не сводчи, да, но ценник опять дороже, чем обычные лаки Faberlic. Пока у нас еще действует с вами Faberlic Like, и в следующем каталоге, насколько я знаю, в 8-м еще будет действовать, поэтому никаких изменений в этом плане нет. Про маркеры вот эти я вам уже рассказывала, это просто фломастер, именно фломастер на ваших губах. Поэтому мне не понравился совершенно, быстро высох и так далее. Про тушь, водостойкую тушь у меня недавно брала знакомая, и я не брала, я не люблю такие просто щеточки, и сказала, что она где-то часа через полтора уже отпечаталась под глазами. Поэтому не знаю, насколько она действительно водостойкая и стоит ли ее брать. Серия Лето and Pledge, да, она классная. На самом деле хорошо защищает в условиях средней полосы, по крайней мере точно. Меня защищала и на юге, то есть я в прошлом году запасалась этими кремами, ими пользовалась, все отлично. Но моих светлокожих товарищей, мужа и дочь, не защищал даже 50 SPF, они обгорали под облаками даже с 50 SPF из этой линейки. Не знаю, с чем это связано, но тем не менее, имейте это в виду. Много новой одежды, но ничего не западает, ничего не хочется вообще попробовать, даже примерить, заказать. Вот это платье смотрится достойно, но мне кажется, вот даже если есть пару лишних килограмм, все, будете смотреться прям округло, мешковато и так далее. Фасон не очень удачный. Очки вот эти ношу с удовольствием. Обозревали с вами их в прошлом заказе. Кто не видел, ссылочку прикреплю. Козыречки, шляпки. Шлепки. На шлепки тоже уже много обзоров в интернете, и почти все отрицательные. Про вот эти шлепки босоножки женские Шакира пишут, что внутри кожзама просто картоночка, которая в любой момент, да, может порваться. Обидно, досадно. Они так смотрятся, это в принципе ничего. Я смотрела вот на эти тоже красивые, но как-то вот отзывы не понравились. Снова пудра идет по распродаже у нас. Perfect Me, да, за 399 рублей. Насколько это актуально на лето, не знаю. Я не пользуюсь пудрами, в принципе, а тем более летом. В линейке Do The Best у нас появляется фиксирующий спрей для макияжа. Возможно, это актуально кому-то летом, но я не знаю. Я в эти спреи вообще, если честно, мало верю. Если макияж хорошо зафиксировался, лег, и он удачный, удачная косметика, да, он и так никуда не денется. А чтобы вот прям его сильно зафиксировать, и вы попали под дождь, и ничего не потечет, я сомневаюсь. Матирующим праймером пользуюсь, кстати, с удовольствием. Вот он действительно продлевает, скажем так, износостойкость косметики на вашем лице. У меня ничего не отпечатывается, она до глубокой ночи вообще сидит как влитая. Без этого праймера как-то вот чуть-чуть похуже, чуть-чуть пораньше может где-то что-то отпечататься слегка. Новая тушь Push Up. Видела обзоры и мне понравилось, знаете, даже захотелось попробовать, возможно, возьму. Интересно, хотя это, ну, перевыпуск старой туши Push Up, да, обычная такая бюджетная тушь, ничего в ней особенного не было, но нахваливают, поэтому прям захотелось попробовать, вдруг и мне тоже понравится. Новинка Double Style, двойной стиль, да. Двойной тональный уход. Мне кажется, это перевыпуск в линейку Glam Team.
По-моему, подражание, или он стоил так же, я уже не помню. Но мне кажется, это то же самое. Два в одном, здесь основа под макияж и сам тональный крем. Мне он не нравился, он обладал слабыми перекрывающими действиями, да, и был жидкий, практически как водичка. Я пробовала смешивать с сывороткой, наносить совместно, пробовала поочередно. Мне вообще не понравился этот тональный крем. Он у нас вроде как был антивозрастной, да, не знаю, как сейчас. Здесь по 15 миллилитров и того средства, я считаю, это завышенная цена для такого качества. Защищает кожу от стресса, вызванного факторами окружающей среды. Ну, не знаю. Я, если это перевыпуск прошлого, я бы не взяла. На самом деле, понравился не очень. Мне кажется, вот этот даже лучше. Гораздо. Кисточки, я вам уже рассказывала свое мнение о них. Старые гораздо лучше. Они пока еще есть на сайте. Их нет в каталоге. Но они есть на сайте. Их по артикулу можно найти по названию. Эти мне вообще не понравились, ни в какое сравнение с предыдущими кистями даже не идут. Про линейку Доктор Кор. Пока еще не вышли новые серии, да, у нас пока еще из прошлого каталога для сухой кожи умывалка. Мы ее с вами тестировали в прошлом заказе, да, в прошлом обзоре. И что могу сказать? Мою нормальную сейчас кожу, которая летом становится жирной, сейчас нормальная, местами комбинированная, от дня на день не приходится, да, она подсушивала. Я не понимаю, почему ей поют такие хвалебные отзывы. Мою кожу она подсушивала. Не то, что прям подсушивала и возникала какая-то сухость или шелушение, но была некая стянутость, и хотелось вот сразу нанести что-то, либо сыворотку, либо какой-нибудь тоник, немножко кожу увлажнить. У меня вот такое сложилось впечатление, но ей прям поют такие хвалебные оды, что прям для сухой кожи это находка. Я не знаю, девчонки, у меня кожа не сухая, и мне и то вот такой эффект. Вот эту линейку обожаю, кстати. Пока наборчики по такой цене можно брать. Здесь маска и пенка. Два самых крутых продукта. Вот их прямо обожаю. За 899 рублей это действительно классный уход. И антивозрастной, и увлажняющий, и не утяжеляющий. Кто спрашивал для жирной кожи крема, девчонки, еще раз повторяю, из раза в раз в каждом каталоге кислородный баланс, дневной крем для лица. Отлично матирует, просто потрясающе. Ну, по крайней мере, из всего Фаберлик многообразия уходовых средств, он для меня лучший в плане матирования, да? Вместо тоника уже можно на лето по хорошей цене брать восстанавливающий активный спрей, хранить его в холодильнике в теплое время года. Прям так классно его использовать. Карбокситерапия у нас в прошлом каталоге была с хорошей скидкой. Я запаслась. К серии Океанум отношусь равнодушно. По мне средства для лица там схожи по эффекту с Викенд, поэтому не вижу разницы, чтобы переплачивать. Варю люблю, очень люблю. Это вот действительно находка здесь и для сухой кожи, и для возрастной. Безумно крутой аквалифтинг эликсир, вообще потрясающий. Крема все суперские и питательные, он без элемента утяжеления. Ну, летом, конечно, не стоит, особенно жирной кожи, а так он тоже крутой. И легкий крем, и крем для век, он очень плотный, достаточно плотный. Кто любит плотный крема для век, это ваша история. Пока есть скидка, можно тоже запасаться. Сейчас активно пользуюсь линеечкой BioGlow, вам показывала, рассказывала в видео про пигментацию, потому что витамин С у нас способствует тоже высветлению кожи, и при пигментации очень хорошо использовать уходовую косметику с витамином С. Поэтому я ко всей линейке, кроме ночной маски желе, отношусь очень положительно, пока есть скидки, наборчики, можно брать. Ночная маска желе мне закупоривала поры. Новинки прошлого каталога Биомика. Средства для волос, бальзам, маска и шампунь. Про них писала подробный отзыв в Инстаграм. Ну, такая неплохая линейка. Не понравилось то, что у шампуня очень жесткий флакон, невероятно. Выдавить шампунь практически нереально. Девчонки посоветовали одеть какой-нибудь дозатор на этот флакончик, да, и допользовать таким образом. Шампунь сам по себе, они же у нас без СЛС, без парабенов, вот эти два средства, да, он немножко подсушивает волосы, но промывает неплохо, и только со второго раза, потому что пенится тоже плохо, нет ни силиконов, ни СЛС, ни парабенов там. А маска приятно удивила. Маска после этого шампуня, я думала, она тоже будет никакая, раз в ней нет ничего такого химического, да, мои волосы, они любят на самом деле силикончики. Вот, я подумала, что тоже будет не ахти. Но нет, маска приятно порадовала. Она действительно увлажнила, разгладила волосики, придала легенький блеск. Поэтому для нормальных, не сильно поврежденных волос ничего себе такая уходовая линейка. Но объем еще очень маленький. Да, это тоже надо иметь в виду, и цена не сильно бюджетная. Вот пудра, про которую я вам рассказывала в видео про пигментные пятна, да, перевыпуск. Все бы баланс на теперь, то была просто в эксперт. Вот, 78,83.
Глубокое очищение, увлажнение не сушит кожу, подходит для чувствительной кожи. Классно, классно. Вот сейчас пользуюсь, и пигментные пятнышки мои светлеют. Патча Сеул. Ничего не могу сказать хорошего про них, ничего не могу сказать плохого. После, наверное, двухнедельного использования ежедневного, ну, как-то вот вообще никак. Что есть, что нет. Серьезно. Даже от корейских патчей, более дешевых, за 500 рублей у меня баночка. Покупала на Style Korea. Ну, за 500 рублей там можно купить хорошие корейские патчи. Эффект потрясающий. Здесь я ничего не увидела. Вообще ничего. Никакого накопительного эффекта. Ничего не могу, девчонки, рекомендовать. Честное слово. Даже не знаю, что буду в этом каталоге брать. Опять по программе InfoW. Маски. Уже все три закончила. В пустых баночках подробный отзыв дам. Но повторять нет желания. Это очень завышенная цена для маски, который хватает на 3 раза максимум, во-первых. Во-вторых, нет такого вау-эффекта. Ну, слегка увлажняет розовенькая. После нее хороший тон лица. Хорошо охлаждает голубенькая. Тоже после нее ровный тон лица. Банановая вообще на моем лице не делает абсолютно ничего. Я не могу сказать, что я увидела какой-то вау-эффект или еще что-то, чтобы купить маску за 600 рублей. Нет. Есть гораздо дешевле маски, эффективнее. Гораздо причем. Поэтому нет, не потянется у меня рука к ним однозначно. И совсем не хочется эту покупочку больше повторять. Гладкие пяточки будут по 99 рублей обязательно в запас. Винотоник, скорее всего, тоже в запас отправится. Сейчас прям почти каждый день его использую. И очень рада. В серии Луника появляется у нас с вами массажное желе. Это уже много обзоров уже на просторах YouTube на это желе. Мне хочется взять. Я делаю массажи частенько сейчас, потому что сплю в неудобном положении. Спина часто затекает. И поэтому мужа прошу или сама делаю с массажной подушкой. И вот таким вот, мне кажется, желе растереться вообще будет классно. Попробуем. Попробуем, посмотрим. Хотя мне не нравится аромат этой серии. Ярко выраженный. И мне вот почему-то он неприятен. Не знаю, девчонки, почему. Он прям бьет в нос, и я даже вот сейчас у меня стоит средство для интимной гигиены, крем для интимной гигиены. Они просто стоят, к ним рука не тянется. Именно из-за аромата. Новый гель для душа в линеечке Bonjour. И здесь у нас будет с вами какой аромат? Так, это Япония. Базилик тут что-то? Что с базиликом? Так, аромат японского лимона с базиликом. Класс. Возьму. У меня все гели для душа позаканчивались. Возьму обязательно. Серия Blond Icon. Вы уже знаете, как я к ней отношусь. Мне очень нравится она по ухаживающим свойствам, по нейтрализации желтизны. Поэтому особенно девочкам-блондинкам рекомендую присмотреться к этой акции. Шампунь плюс бальзам за 600 рублей. И скидочка выйдет очень бюджетно. Вообще здорово. Буду брать краску. Пора красить корни. Уже отросли невозможно как. Волосы сейчас растут быстро. Определюсь с оттенком. Еще не знаю какой. И возьму обязательно красочку. Будем с вами вместе краситься. Арису хорошие ценники. Мне нравится уход за волосами из этой линейки. Очень неплохой. Розовая подошла. Но для жирных волос, разве что она будет тяжеловата. А так, есть какой-то восстанавливающий действительно элемент. В новом формате у нас с вами появляются шампуни. Глубокое очищение и увлажнение. Мне кажется, они были маленькие, да? Просто это большой объем. Восстановление и защита. 400 мл. По 149 рублей. Сказочно. Вообще просто сказочно. Хорошо, что выпускает компания наконец-то в таких форматах выгодных, удобных. Буду брать пасты в запас по 69 рублей обязательно. Буду детской линейкой запасаться малышковой. Уже пора. Как раз средства нужны. Кофе. На кофе пока отзывов нет. Его нет на складах, по-моему. Випы его не смогли купить. Я возьму обязательно. Мне так хочется кофе на самом деле. Не знаю, может быть в зернах, может быть молотый. Посмотрю, потому что у меня есть кофемолка. Очень хочется попробовать этот кофе. И цена, мне кажется, за 200 грамм бюджетная. Со скидкой консультант выйдет 200 с копейками. Но вообще ни о чем. Будем надеяться, что этот кофе неплохой. Соль тоже всю хочется попробовать. Вот прям на самом деле. Я люблю такие ароматную, такую ароматную правильную соль. Да? В фикс-прайсе даже брала и не раз. Мне нравится, действительно. И отзывы пока неплохие тоже. Посмотрю, может быть, всю возьму, может быть, как-то выборочно. Это новинки у нас с вами прошлого каталога, веганские коктейли, супчики, новые вкусы. Смотрите, гороховый с копченостями, куриный с зеленью и средиземноморский с креветками. Смотрела обзоры, поменьше приправ, по-моему, в курином. Тоже хочется взять, знаете, такой супчик вот на тот случай, когда лень готовить. Может, суп по Фаберлик-Лайк
если позволят, и возьму. Чуть живицу не пролистнула. Вообще актуальный продукт, конечно, но не сейчас к лету, обычно сезон простуд, пока он не закончился, в компании я покупала. Вы знаете, у меня пока дочь пила живицу, она не болела, на самом деле. Крутой продукт очень, прям я многим его советую. Масло кедровое 439 рублей, минус скидка. Здорово, буду брать обязательно, однозначно. Пусть не сейчас, может быть, давать, а ближе к осени, но этот продукт должен быть. Пока он есть на складе, девчонки, надо разбирать. Это однозначно просто. Новинки прошлого каталога из серии Дом Фаберлик с антибактериальным эффектом понравились по своим моющим свойствам. Все неплохо, но мне не понравились ароматы, особенно у Акваспрей с эфирными маслами. Напомнил, Гринли. Фу-фу-фу. А вот эти Гринли мне тоже как-то, ну, акватические нормально, цитрусовые как-то тоже. Ну, терпимо, но нет, все равно нет. Прям вот не для дома. В помещении неприятно этот запах абсолютно вдыхать. Не знаю, куда его дену, может быть, даже выкину. Не понравился, нет. Порошочек буду брать однозначно. Уже они подорожали, но сейчас хотя бы скидочка 45% есть. Порошок закончился. Буду запасаться еще детской линейкой для стирки. Надо все перестирать, мне уже сложить по ящикам, подготовиться к роддому, скажем так. Возьму обязательно кондиционер для стирки детского белья и возьму жидкое средство. Оно у нас дальше, по-моему, там на страничках есть, идет без скидки. Жидкое средство для деток тоже обязательно возьму. Надо брать уже средство для мытья посуды тоже детское. В общем, вот такими вот малышковыми буду запасаться уже. Осталось меньше месяца. Так. Где-то здесь было, да, средство. Вот оно, смотрите, 500 рублей, представляете? Ну, что делать? Зато я доверяю. Я знаю, что оно точно безопасно. Я знаю, что оно точно подойдет деткам. Здесь у нас идет в конце одежды опять бурматиков. Ну, не знаю. Мужская еще более-менее. По поводу обуви, кроссовок. Здесь очень много сомнений. Потому что цена завышена. А, как правило, у них у всех очень тяжелая колодка. Это неудобно. Сумка вот эта понравилась, красивая. Обзор на нее тоже смотрела. Смотрится красиво, на самом деле красиво. Туфельки, ботинки вот эти хотел, тоже тяжелые оказались. Кеды тоже почему-то делают очень тяжелую колодку, так же, как и на кроссовках. Поэтому я прям вся в сомнении, хотя хочется. Мне очень нравятся вот эти кроссовочки. Не было их на складе, когда я хотела их заказать, к сожалению. Но, видимо, и не надо. Пошла в магазин, купила себе тапки. 5 раз дешевле бегать. Вот эти тоже понравились. Они, мне кажется, должны быть легче. А кто-то у меня из девчонок-консультантов заказывал такие сиреневые и оставил прям положительный отзыв. На самом деле, подошва ПВХ, ну да, она должна быть легкая. Посмотрю, потому что такие тоже хочется, розовенькие, удобные. Должны быть дышащие, мне кажется. Кепочки детские снова. В прошлом году брали подобную с ушками. Классные кепки, кстати, регулируются. Все в этом плане тоже отлично. Ну, ты все, в принципе. Все новиночки, не так их сильно много оказалось, да, будем брать с вами тестировать обязательно. Для новичков будет подарок у нас стиральный порошок Гринли. Скромненько, скромненько, скажу вам так. Но хотя бы так. Да, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, я с вами свяжусь. Ну и на этом, мои хорошие, все. Надеюсь, обзор был вам полезен. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую, всем пока-пока.